Перекрасим бетон в арт-объекты. Ярославская молодежь вновь креативит. На многолюдном переходе среди потока машин на свой пост заступил новоявленный танк. Его авторы – студенты разных ярославских вузов. В Брагино рядом с Парком Победы накануне праздника 9 мая серое нечто было превращено в символ. Из подножия рекламной конструкции получился танк Т-34, конструктором которого был наш земляк Михаил Кошкин. Прохожие тут же оценили инициативу и пожимали руки творцам уличного искусства. Мы живем, я считаю, в светлое будущее, но это все только благодаря нашим дедам и прадедам, которые воевали и именно победили. Но люди же победили не только благодаря силу духа и тела, но и благодаря вот этому русскому оружию. И эти конструкторы, один из них, кстати, наш земляк, который сконструировал Т-34, я считаю, они тоже достойны не меньше уважения, чем сами солдаты.